Prius 30. Откапиталенный уже мотор, ремонтировали, мотор закипятили, и хочу показать причину. На 20-х приусах-то частенько приезжают на процедуру чистки радиаторов. А вот хочу вам показать, что оказалось причиной кипяченого мотора. Вот эту процедуру, в принципе, нужно проделывать на каждом автомобиле. Ну, хотя бы раз в год, я, наверное, могу предположить. То есть здесь мы уже отремонтировали двигатель, там башку повело, прокладку дунуло, загазил мотор. Ну вот, вот из-за чего. То есть первое тепло в город пришло, и мотор вскипятили. Друзья, будьте внимательны, обслуживайте свои автомобили. Пока так, а потом водой все это надо будет промывать, вычищать. Ну и покажу, как должно быть. Это прям куски грязи летят. Уже отмыли частично. Автомобиля выяснилось. То есть человек вскипятил мотор. Купил машину, вскипятил мотор. Поставил контрактный. Оказывается, как все выяснилось. Проездил какое-то время, вскипятил контрактный мотор. Вот приехал к нам, говорит, какая фигня, блин, с этими моторами. Ну, мотор-то мы перебрали уже. Думаю, ну не бывает же так. Там были всякие нюансы еще, конечно. Думаю, дай-ка, надо элементарные вещи проверить, посмотреть. И вот проверили, посмотрели. То есть, если на такие моменты внимания не обращать, то можно моторы менять раз в месяц. Аккуратненько. Вот теперь можно клиенту не переживать, что у него мотор перегреется. Друзья, спасибо за просмотр. Я верю, что видео будет полезным.